Друзья мои, всем привет! Я рад вас приветствовать на своем канале. Если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь. И сегодня мы на самодельном тракторе собираем сено. У нас чудо-приспособа. Она тоже, наверное, годов 30-х. Сейчас я вам все покажу, объясню и расскажу. И вот так вот она выглядит. Вот сюда тоже запрягали лошадь. Сюда чук вместо трактора самодельного. Здесь сидит один человек. Вот педаль, чтобы поднимать, когда сено набралось. Но мы сделали автоматически. То есть вот за эту дергаешь, и она поднимается. То есть вот так вот она выглядит. Какие колеса. Вот даже в те годы уже люди что придумывали. А трактор, наверное, я его покрашу, затюнингую. Здесь напишу YouTube, там кнопку YouTube. Колеса покрашу, ну так приведу в порядок. Есть у меня сиденья спортивные. И вот так вот. И сейчас мы будем собирать. Вот чуть-чуть начали уже. И вот до туда я все доезжал, все там косил. Ну что, поехали? Ну вот, друзья, летим. Вот так вот оно собираю я и скидываю. А потом подцепим тележку и покажу вам. И уже будем скидывать в телегу. Сейчас главное собрать. Вот так вот за веревку дергаю, и она поднимается. Куда-то уже не туда поехали, хотел поснимать. В общем, вот так вот у меня получается. Сгребаю. Тут и соседи ходят. И вот там у меня уже все приготовлено, так скажем. И вот такой чудо-аппарат. Тут вот соседи так с собакой гуляют. Там немножко некомфортно было сидеть, я сел назад. И вот так вот собираем сено. И полезно, и весело. Конечно, конструкция такая. Колеса вам все ходуном куда-то ходят. Подшипники все разбиты. Ну, главное эффективность. Вот нагребли уже.
Тут соседи нас снимают. А вот примерно сколько я скосил. Блин, комар на пальце. О. Ну то есть вот она пошла, вот где, видите, трава уже повыше. Ну я думаю, еще подрастет, так в этом году еще раза два может скосим. И вон там все можно косить, нам кроликам вообще хватит. Уже зимой не покупать, а так всю зиму покупали им. Ну что, как гидроусилитель? Отлично. Отлично. Когда я косил оттуда, соседи выходили, тоже снимали. Все выходят, смотрят. И вот такая вот красота тут. Ну и все, друзья, на этом видео я буду заканчивать, не буду сильно его затягивать, а то можно было и рассказать, какие болты, там, гровер, шайбы и тому подобное. Мы будем работать дальше. И до новых встреч. Всем покедова.